избавиться от заикания. Этот метод одна женщина использовала сама и вылечила свою дочь. Нужно изолировать больного от коллектива примерно на месяц. Как можно меньше с ним разговаривать, стараться, чтобы вокруг не было никого, кроме одного человека. Если речь идет о взрослом, можно оставить его совсем одного. На ночь пить успокоительные травы, это корень валерьяны, пустырник, мелиссу, мяту и другие. И, конечно, ни курение, ни алкоголя, ничего возбуждающего, то есть чай, шоколад и так далее. Главное – терпение. Примерно этого срока месячного достаточно, чтобы заикание прошло. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!